На концерт Национального академического оркестра Республики Беларусь у Палацы культуры чыгуначников слухачи собираются задолго до его початку. Организаторы мероприятия, супрацовники Гомельской областной филармонии, ведают, что в зале не будет свободных мест. На подобном концерте я была очень давно в Минске, поэтому, когда узнала, что будет этот концерт здесь, в Гомеле, с удовольствием приобрела билет и пришла на него. Я думаю, что я получу положительные эмоции в любом случае, потому что музыка, она всегда успокаивает и действует положительно на человека. Мы пришли на концерт Финберга с очень хорошими чувствами и ожиданием прекрасного вечера. У гэты вечер у Палацы культуры чыгуначнікаў гучалі пранікнёные эстрадные, запальные, джазовые композиции, добравядомые розным поколениям. У Гомеля артисты Национального академического оркестра представили новую концертную программу «Шлягеры на все часы». Гэта своеасаблівы музычный микс знакамітых айчынных и замежных композиций у оригинальной аранжировцы. Тое, что заўсёды актуальна и запатрабавана слухачом. За дирижерским пультом на протягу усяго вечера народный артист нашей краины, мастацкий кіраўнік и головный дирижер заслуженного коллектива Михаил Финберг. Его деятельность отзначена шматликими узнагородами и премиями, как у Беларуси, так и далеко за ее межами. До того ж, маэстр наш земляк, уродженец Мазырского района. Под кіраўніцтвом Михаила Финберга працуют сапраўдныя профессионалы, артисты, которые своим майстерством покорили миллионы слухачов. Варта отзначить, белорусские города и наша национальная музыка у гастрольных турах заўсёды у приоритете. Достаточно сказать, что мы в Беларуси проводим только 21 фестиваль маленьких культурно-исторических центрах Республики Беларусь. Это многие города даже и в Гомельской области. В первую очередь, это города, которые нам нужно всем защищать, помогать, уважать. Это город Хойники, город Чечер, где мы были уже по 17 раз. 17 лет. Я думаю, эта цифра красноречиво говорит о том, что очень большой и серьезный показатель. На этих фестивалях каждый год мы выкладываем только новые фестивали, которые рассказывают о истории белорусской музыки на этой территории, куда мы приехали. Уласные опрацовки ведомых композиций, хиты, которые любят разные поколения, выключно живое выконание. Уражение от концерта остается у памяти на долгий час. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».